Все виды транспорта становятся дороже. Порой так хочется к друзьям, а денег нет. Когда добраться нет возможности, но все же ведь есть и, в общем-то, недорог интернет. Между нами сотни километров или тысяча. Здесь ни к чему арифметический расчет. Нальем по скайпу, драгоценный мой дружище, за то, чтоб дал нам Бог увидеться еще. Нальем по скайпу, драгоценный мой дружище, за то, чтоб дал нам Бог увидеться еще. И позабыв, что эта встреча виртуальна, приснем в бокалы, кто коньяк, а кто вино. Мы даже чокнемся, чтоб было все реально, хоть, впрочем, чокнутые мы уже давно. Пусть в мониторах лишь увидим мы друг друга, по пустякам таким не стоит горевать. Нальем по скайпу, драгоценная подруга, вот только жаль, нельзя тебя поцеловать. Нальем по скайпу, драгоценная подруга, вот только жаль, нельзя тебя поцеловать. Наш век и дружба, и любовь по электронке, но отказавшись от каких-то прочих благ, из кошелька все напрочь вытряхнув деньжонки, произнесу как заклинание полный бак. И мы обнимемся, и за руки возьмемся, и это будет непременно, а сейчас нальем по скайпу и друг другу улыбнемся. С одной надеждой все наладится у нас. Нальем по скайпу и друг другу улыбнемся. С одной надеждой все наладится у нас.